Всем привет, с вами Семен Роганов. Семен Роганов, вот тут, короче, многие люди на Ютабе. Да. Что вот они? Их волнует такая тема. Вот ты же в свое время работал с такими своими пациентами, как Саша Ключ, Витя Агыга. Да, работал долгое время. Витор Эмбоза. Вот вам удалось их вылечить или нет? Я думаю, что нет. А почему? Это вообще как бы тяжелые случаи. Потому что я не вошел в подсознание, в подсознательную сферу их мозга, деятельности. Они тупоголовые. А вы можете вот охарактеризовать, вот, например, Витор Эмбоза? Что это такое? Вот какое там соматическое у него там реакция там на вот ваши вот непонятно. Действия? У него реакция непонятна не только на меня, но и вообще на реальность, грубо говоря. Вот так вот. Он не может осознать, где он. То ли он здесь, то ли он там, то ли он там. Скорее всего, где-то вон там. А вот я знаю, что вы даже как бы побухивали с ним, что ли, там, входили в его образ, там, чтобы понять, как вот он... Нет, ну я с ним не побухивал, кстати. А, вы просто там как бы пытались понять его восприятие реальности, грубо говоря. Ну так и не понял. Ну вот, а как вы можете охарактеризовать болезнь, например, вот Саши Ключа? Вот что с ним? Вот как ярко выраженный сумасшедший или просто вот алкоголик. Вот сейчас же он все-таки как бы бросил пить. Ну, раньше он был ярко выраженным алкоголиком, а теперь просто ярко выраженный сумасшедший, наверное, вот так вот. С вялотекущим сумасшествием. Ну, вот он как бы бросил пить под вашими там этими заклинаниями, а теперь какие-то вот таблеточки кушает. Ну пусть кушает. Ну если ему нравится, что теперь сделать? Это не вы ему прописали? Нет, это не я, нет. Это он сам себе прописал. А он пошел? Я ему прописал здоровый образ жизни, спокойствие и уверенность в себе. Вот так вот. Ага. А вот интересный персонаж, вот Витя Агыга. Вот... Ну Витя Агыга интересный персонаж, мне он нравится. Например. У него как веселый вот? Парень. Веселый парень, да. Он еще не окончательно... Сошел с ума? Да. Может только быть, вам... Чуть-чуть. Что вам... даже малая доля сумасшествия полезна для здоровья. То есть, короче, у него как бы такого сильного отлично. Расстройства в голове нету. У него все нормально. Так вот. Веселая безбашенность такая. Подогреваемая легким алкоголизмом. Вот, так вот такой у него диагноз, я думаю. Ага. У него как раз... Ну, главное, чтобы это не вошло в такую, в более тяжелую стадию. А вот некоторые... Тяжелого алкоголизма и обусловленного тяжелым сумасшествием. Ну, я понял. Блин. А вот некоторые люди там предлагают кодировать людей там с помощью каких-то теолог там вот на Вите испытать. Там, да? Да. Ну, я бы сам попробовал закодировать. Да? Отлично. Интересная методика, первый раз о ней слышу. Да? Ну, советуют там типа анонизм и тёлки, короче. Ну, тёлки намного эффективнее. Да? Ну, я тоже с тобой согласен, да. Ну, ладно, Семён, спасибо. Всё, давайте. Пожалуйста. Всем удачи и удачных кодировок, друзья. До свидания.